Всем доброго времени суток. С вами канал Массе Сначала 65. Это моя пандероза, выращенная из семечка. И уже, сколько лет, сейчас посмотрю. Сколько ей лет уже. Она посажена была. Так, как у меня тут? 21 году, 3 года этой пандерозе. И самое интересное, у нее листочки почему-то маленькие. Если я в этом году пересаживал немножко, подсушила листочки, так вроде. Тоже я ее изгибаю, пытаясь, вдруг зацветет. Это, видите, на листочке отсушивает. Вот раз, два, три тоже. Не знаю, может, старые листочки. Ну, может, то, что пересаживал, говорил. Это я рядом с семечки посадил просто лимон. Если он подрастет, потом его хочу запривить, чтобы усилить корень у нее. Будет прикольно. Если вырастет, короче. Вот такая пандероза. Выращенная семечка. А будет на ней плоды или не будет, покажет время. То, что у меня дома экземпляры есть, которым уже за 20 лет мандарины вот, бонсай, которые и на нем ни плодов, и ни разу он не цвел, и не думает цвести. Посмотрим, что с пандерозой будет. У нее колючки. Что-то я не вижу колючек вообще. Интересный какой-то. В общем, вот такая. Никто, если кто-то выращивал пандерозу семечко. Ну, почему-то интересно. Вот так-то вроде все у нее эти... Предлистники есть, а листочки мелкие, маленькие. У меня их две, на второй тоже семечки, на второй большие листья, а на этой мелкие. Как бы приняли разные родительские, видно, из семечек. Ну, всем пока-пока. С вами был канал Балсай Сначала 65. Помещаю вот такие короткие ролики. Смотрите, это чисто цитрусовые. Это же не бонсай, это просто цитрус выращиваю. Прикол. Кстати, это вторая пандероза. Вот смотрите, чем она вообще отличается. Ну, она прям в узлах у меня вся. Здесь это просто скручиваю. Недавно ветка большая была. Обрезала. И это самое. У нее листья большие, крупные. Горшок небольшой. Тоже бутылка обрезанная. Вся скручена у меня в узел. Тоже пытаюсь, чтобы вдруг цветет. И также 3 года. Я их вместе садил в 21 году. Много все-таки еще стареюсь. Потому что там я что-то читал. И нифига не. Ну да, в 21 году. Это я к дочери. Я пандерозу ей отдал. У меня была, ну, плодоносщик. И отвез дочери, а у нее взял семечки. Как раз у нее там плод был, в отпуске у нее было, семечки взял, посадил. Вот выросло две. Зашло только две штуки. И вот это, они разные формы почему-то. У них даже предлистники на том, а на это практически нет предлистника. Видите, как пандероза, даже предлистники были такие. На то и есть маленькие, на это вообще нет. И листья разные. Этот, видно, отцовское материнство взял, тот женское. Не знаю, или наоборот. В общем, так это так. Интересно, что будет. Из этих деревьев время покажется. Всем пока-пока. С вами был канал Бонсай Сначала 65 Алексей. Всем счастья, удачи. Выращивайте бонсай, выращивайте цитрусовые. Интересно. Долго ждать, но зато это же интересно. Всем счастья.